Сегодня 17 августа. Еще чуть-чуть и конец лета. Здесь когда-то я делала видео, показывала, какие у нас тут красивые жуки водятся, как цветет. Все, сейчас уже все в семенах. Степь практически высохла. Появились вот такие пни выковырчеванные. Конечно, уже от красоты ничего не осталось. Но птички еще чирикают, поют радостно. Степь желтая уже, все. Ни цветов. Вот здесь в прошлом году я собирала одуванчики. Сейчас здесь уже ничего нет. Скорее всего, будут строить, наверное, еще один дом. От одуванчиков и следа не осталось. Вместо цветов теперь вот такие колосики у нас. Колосья. Ну, что, тоже красиво. Семена. Вон какая красота, колосья. Это все, конечно, сорняки. Но красиво. Вот такие семена. Чуть позже скажу, что это за растение. Все в пуху. В июле месяце мы вот здесь по этой дороге шли. Сейчас почему-то перекопали. Наверное, чтобы машины не ездили. Ну, машины все равно в обход сделали новую дорожку, протарили. Вот так выглядит дорога к морю в августе месяце. Мусор, мусор, мусор. Кусты красивые скосили. Вот лучше бы мусор убрали. Но правда хоть в кучку сгребли. Сегодня понедельник, поэтому народу нету. Если бы мы пошли в субботу, воскресенье, это дикий пляж, конечно, народ был бы. В июле месяце примерно вот отсюда чуть-чуть 10 метров и начиналась вода. Сейчас вода ушла сильно. Вон образовались островки. Очень сильно вода ушла. Ну, хотя такое уже было, по-моему, в позапрошлом году. Те плиты, там вдали плиты, вода доходила почти до плит. Можно судить, насколько она отошла. Вот это вот темный песок, там уже начиналась вода. Народу тоже нет. Вот несколько машин там стоит только и все. В субботу-воскресенье здесь, конечно, народу много.
вдали зона отдыха. Вода подступала практически к зоне отдыха. Вот где те грибки там или что, не видно. На сколько метров вода отошла? Метров на 20, наверное, если не больше. Оголились. Мель оголилась, это обмелевшие участки в виде островков. Вон те плиты были почти у воды. Вот я сейчас уже практически подхожу к воде. А плиты остались очень далеко. Вот такое Копчегайское водохранилище в августе месяце. На зрелище, конечно. После выходных кругом мусор. Вода ушла. Ветерок. Вода, конечно, в прошлый раз в июле была очень хорошая, прозрачная, дно было видно. Ну, конечно, сейчас ветер, поэтому вода взбаламученная, песок взбаламутил воду. Видно, что дети запруды делали. Добавили еще здесь. Вот так. Хорошо, хоть не жарко. Мы и выбрали такой день, не жаркий. Солнце жарит у нас в Копчегае. Кто любит загорать, конечно, сегодня день не для загара. А если просто подойти воздухом подышать морским, то это здорово. Такую ракушку нашли. Это моллюск. Моллюск. Живой, вон там видно. Так что еще не вымерли. В воду мы, конечно, не полезли. Ну, мы для этого не шли, чтобы купаться. Да, еще и вода такая не очень. Но вода не холодная. Вот здесь было болото такое. Все высохло. Вот здесь тоже вода была. Я здесь тогда фотографировала, видео снимала. Здесь мелководье, правда, было. Но вода была. Субботу, воскресенье, наверное, на лодках катают. Сейчас, конечно, народу никого нет. Вот они вытащили на берег все свои лодки. Желающих нету. Вдали видно, что дождь идет. Там Алма-Ата. Или пригород Алматы. Но Алма-Ата в той стороне. У нас, как всегда, дождя нет.
Может быть, вон там тоже дождь есть. Тоже что-то там пасмурно. А над морем тишина. Солнце выглянуло, наверное, днем жарко будет. Сейчас заправлять будут, наверное, катамаран или что там. Воронам есть что поесть. Мусора много, вот они тут кормятся.